Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Александр Рассохин. Здравствуйте. Кировчане продолжают увеличивать свои долги по кредитам. С начала года к октябрю кредитный портфель региональных заемщиков превысил 138 миллиардов рублей, увеличившись на 8%. Бизнес нарастил объем кредитов на 5,5%, в основном за счет предприятий, занимающихся обработкой древесины. Задолженность жителей области перед банками выросла на 9,9%, до 87 миллиардов рублей. При этом сокращается просроченная задолженность по кредитам. Она уменьшилась на 5,5%. Программа «Экономика». Число работников под угрозой увольнения выросло на четверть. Сейчас оно составляет почти 7 тысяч человек. Это на 1500 человек больше, чем годом ранее. По данным службы занятости, с начала года под сокращение в Кировской области попали почти 3 тысячи человек. Это на 20,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Число сотрудников кировских организаций, которые работают в режиме неполной занятости, наоборот, выросло на 75%. На начало октября их было 3500 человек. Экономика на 101 FM. В области появятся научно-производственные роты. Это должно способствовать сохранению в регионе грамотных и перспективных молодых специалистов. Об этом заявляют в областном правительстве. По словам зампреда Максима Кочеткова, более 200 учащихся учебных заведений призывного возраста уже изъявили желание проходить службу в научно-производственных ротах на предприятиях региона. Тем временем чиновники отмечают рост промышленного производства в Кировской области на 2%, по сравнению с первыми 9 месяцами прошлого года. Самое большое увеличение в машиностроении – на 12%. И о курсах валют на сегодня. Доллар стоит 59 рублей 18 копеек, официальный курс евро – 68 рублей 92 копейки. Александр Рассохин, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.